Вандала, который выбил камень из Великой Китайской стены, приговорили к 10-дневному аресту и штрафу в 500 юаней, это около 5000 рублей. Надругательство над памятником старины произошло на том участке стены, где еще не делали реставрацию, и круглосуточное видеонаблюдение там отсутствует. Хулиган сам себя подставил, он выложил в интернете ролик с собой в главной роли. Вот по нему и удалось установить личность. На кадрах видно, как мужчина выбивает камень ногой, при этом он подражает мастерам боевых искусств и издает соответствующие звуки.